они превосходят нас во всем. В силе. Гибкости. В уме. И сообразительности. Я долго стояла, но мне есть что сказать. Невероятные вундеркинды со всей России. Боже, дети! Мы такие талантливые! Вообще нереально просто! В каждом из них скрыт свой уникальный талант. Кто ты? На пианино играешь? Ну давай, ну пианино. Но для того, чтобы его угадать, взрослым придется положиться только на свою интуицию. Знает всего черепах. Ходит на руках. Заразительно смеется. Впервые самые талантливые дети России против самых любимых звезд. Если вы ответили правильно, то ставка остается у вас. А по вам видно, что деньги вам сейчас очень нужны. Это «Вундеркинды» — шоу, в котором взрослые соревнуются в своей интуиции. А дети зарабатывают на ошибках звезд. Да! Пожалуйста. Я так могу! Всем привет, друзья! Это шоу «Вундеркинды». Шоу, в котором детскому таланту противостоит взрослая интуиция. В нашей студии мы собрали 10 уникальных самородков. Среди них есть грозный повелитель змей, химик, чей талант скоро затмит самого Менделеева, и даже настоящий снайпер. Уже не терпится узнать, кто из них кто? Тогда встречайте людей, которые сегодня будут блистать своей интуицией. Сегодня нас ждет, можно сказать, битва поколений. Человек, который стал известен на всю страну и весь мир без всякого интернета. И человек, который стал популярен только благодаря ему. Встречайте, несравненная Лариса Александровна Долина! Здравствуйте, Лариса Александровна. Здравствуйте. Вы прекрасно выглядите. Очень на это всегда, надеюсь. В принципе. И кто бы вы думали? Артур Бабич! Вова, привет! Привет! Ларисочка, это вам. Спасибо, мой дорогой. Честь до космоса нашего. Спасибо. Очень приятно. Надо их поставить. Артур, как же вы все-таки, тиктокеры, быстро ориентируетесь? Просто за секунду понимаете, что нужно сделать, чтобы угодить аудитории. Угодил же, Лариса Александровна. Абсолютно. Готовы ли вы проверить свою интуицию? Разумеется, я для этого сюда пришла. Супер, Артур. Я солидарен. А скажите, а вас когда-нибудь подводила интуиция? Всегда. Ага. Меня подвела. Я взял долларовую ипотеку, решил, что так выгоднее, но теперь я пашу здесь за троих, так сказать. Какие все детки разные. Ой, ну какие хорошенькие. Это мои вундеркинды. Перед вами стоят 10 вундеркиндов, каждый со своим талантом. Но с каким именно, это вы и должны будете угадать. Давайте узнаем, чья интуиция крута, как телеканал «Пятница», а чья ужасна, как песни «Скриптонита». Мы начинаем. А для того, чтобы начать, нам нужно определиться, кто же сделает первый ход. Я уступлю девушке. Я тогда вообще не вижу смысла играть в камень, ножницы, бумага или еще что-то придумывать, ведь у нас Артур, как настоящий джентльмен, уступил ход. Поэтому, Лариса Александровна, предоставляю вам возможность выбрать первого вундеркинда. А вот я обратила внимание на девочку в зеленом платье. Номер 6. Арина Чернышова у нас под номером 6. Ей 10 лет. Из Перми. Арин, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Я еще не знаю. Не определилась. Может, врачом, а может, полицейским. Вот мне кажется, вот... она что-то обманывает, вот нет? Конечно. А может быть, она вам помогает? Запутывают! Кому живется проще, как ты считаешь, детям или взрослым? Ну, конечно, детям. Почему? Им все делать легче. Ты сейчас на что-то намекаешь или что? Мне 21, я еще... О!
Тебе так кажется. Я предлагаю назвать варианты талантов для Арины, поэтому внимание на экран. Арина метко стреляет из лука. Чемпионка России по пул-денсу. В совершенстве владеет боевым кнутом. Легко помещается в чемодан. Вот такие всего варианты. Всего 4 варианта из этих вариантов, да, мы должны один выбрать. Один верный. Всего? Да. Мне кажется, это целых. Мне так кажется, что чемпионка России по пол-дэнсу. Почему? Интуиция. Интуиция. У нее очень такой наряд, похож на девочку из игры, в которую играю. Насчет чемодана я не уверена. Мне кажется, она такая хрупкая девочка. Это значит, девочка, гибкая такая... Хрупкая, хрупкая, гибкая девочка, Артур. Разрешается в этой программе посмотреть поближе на ребенка? Если прям уж не в моготу. Ну хотя бы несколько шагов вперед. Ну давайте, несколько шагов, пожалуйста, но это только для вас. Благодарю. Без проблем. Чемпионка России по пол-денсу. Почему вы так думаете? Потому что какая стойка, посмотрите. Прямая спина. Мне кажется, у метателя стрел из лука такая же позиция, нет? Нет. Такая девочка, которая не стесняется разговаривать с нами, она выступает, она должна быть открытой, и потому что открытость притягивает. А девочка, которая в совершенстве владеет боевым кнутом, мне кажется, она тоже очень открытая. Ее тоже все знают. Для меня вариант А и вариант Б. Угу. Первая мысль, она самая правильная. Артур, всегда. Как думаешь? Ну, я, наверное, соглашусь. Давайте, если лажать, то вдвоем. Да. Пожалуйста, если вы готовы, вариант вы Б. Настоящая команда. Выбор сделан, и Лариса Александровна Долина считает, что Арина чемпионка России по пул-денсу. Так это или нет? Ариночка, пожалуйста, покажи нам свой талант. Надеюсь, я скну, чемодан не вынесу. Чемпион России по пол-денсу. Арина красотка. Ай да Долина. Ай да Лариса Александровна. С такими способностями она легко бы и в чемодан залезла, нет? Почему нет? Абсолютно просто. Гуттаперчевая, резиновая прям вся. Это правда. Артур, ты не хочешь попробовать? Нет, куда? Пожалуйста, попробуй. Слушай. Слишком стар для этого, ладно. Слушай, ну для первого раза неплохо. Неплохо. Мы играем тут не просто так. За каждый правильный ответ наши звезды получают сумму, спрятанную в матрешке. Я думаю, а если интуиция вас подвела, то деньги уходят команде вундеркиндов. Ясно. Ставка в матрешке каждый раз разная. И какая сумма выпадет, никто не знает. Поэтому я иду к этой матрешке, чтобы узнать, сколько же Лариса Александровна принесла в копилку звезд. Лариса Александровна Долина принесла в копилку звезд 40 тысяч рублей. Таким образом, в банке звезд 40 тысяч рублей, в банке вундеркиндов 0. Но все впереди, все может измениться. Арина, спасибо тебе большое. Браво, молодец. Красотка. Несмотря на то, что Арина демонстрирует свой талант с 10 лет, она так же, как и я, любит борщ, пюре с куриной котлеткой и мороженое. Не в коня корм называется. Арина. Лариса Александровна, приходя на разные шоу и программы, вы оказываетесь в компании тиктокеров. Надо зарегистрироваться в ТикТоке, может быть? Пока не хочу. Мне хватает Инстаграма и Фейсбука. Угу. Я недавно туда зашла. А в Одноклассниках не сидите? И нет. Как вам там? Ничего, нормально. Пойдет. Все еще впереди. Время выбирать вундеркинда. Ход я передаю Артуру. Пожалуйста, кто понравился, у кого есть в перспективе ТикТок?
они все такие разные, и все по-своему как-то привлекают. Я когда зашел, мне сразу пригляделся образ мальчика под номером 9. Так. Вот он сейчас улыбается. Поэтому давай, мне кажется, его и выберем. Красавец. Дариан, 8 лет. Город Нур-Султан. Я сначала подумал, что это маленький Димаш, если честно. Очень похож. Привет, Дариан. Здравствуйте. Какую бы суперспособность ты бы себе хотел? Я бы хотел создавать своих клонов, но не обязательно в человеческом виде. Вот как! Ого! А тогда скажи, какое твое тотемное животное? Медведь. Любое. Вот, любое. Любое. Что бы ты хотел изменить в своей жизни? Я бы хотел только времени в сутках побольше, чтобы на все мои увлечения хватало. Какое самое любимое? Собирать кубики Рубика люблю очень. Как давно ты это делаешь? Два Лариса года. Александровна. А у тебя есть кумиры? У нас есть варианты. Нет, кумиров нет. Я предлагаю взглянуть на варианты талантов Дариана. Химичит с 5 лет. Сам сконструировал электромобиль. Печатает на клавиатуре 10 знаков в секунду. Ведет миллионный блог на Ютубе с лайфхаками. Артур, вот такой вот у нас маленький профессор, пожалуйста. Дискуссия в студии. Очень сложно, но я так понял, этот чувачок реально умный, просто. Это правда. Самое сложное, мне кажется, вести миллионный блог на Ютубе с лайфхаками. Со всего этого я только это умею. Так. Химичит с 5 лет, ну вот подходит, мне кажется. Мне два варианта, Лариса, тоже так, ответ. Лариса, ответ А и ответ Б. Я так же думаю. Угу. Если он может химичить, то он может и вести миллионный блог. Одно и то же, в принципе. Ну да, да. Химичит. Вот почему-то я думаю, химичит. Вот у него, кстати, образ такой, мне кажется, мелкого Эйнштейна, нет? Та одежда как может давать вам подсказки, так может вас путать. Угу. Как и я, в принципе. Да, 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 да. Вы не слушайте его. Ух! Я вот больше всего склоняюсь к варианту А. А я к варианту Б. Послушай, Ларису Александровну, я тебе советую. Ну или сделай как хочешь. Вот я не знаю. Кто я, чтобы здесь подсказывать? Всего лишь самый лучший ведущий самого лучшего шоу на самом лучшем канале. Он не похож на человека, который химичит? Да он на всех этих похож. Это комплимент. Да, вариант только один, к сожалению. Сложно. Блин, я очень хочу выбрать А. Но решать тебе, Артур. Решать тебе, Артур. Извините, Лариса, если не прав, вариант А. Итак, выбор сделан, и Артур Бабич считает, что наш прекрасный молодой человек химичит с 5 лет. Дариан, покажи нам свой талант. Угадал. Да! Цветочек жалко. Да, это правда. Он его заморозил? Да, это азот. Сухой лед. Ну, попа! А звук какой, да? Да, да, стекло разбилось. АСМРчик такой. Это кальций, что это? Я не знаю. Джин! А где Джин? А где Джин? Потереть можно? Так. Оно резко! Ты видел? Оно резко! Мама! Я типа такого и ждал, в принципе. Смотри, смотри! Пошло! Это шок! Малой, ну ты, конечно! Браво! Вообще! Мы просто в шоке! Браво! Тебя чуйка не подсказала! Отлично! Слушай, ну я говорю, такой Эйнштейн! Ну, Артур, у тебя тоже чуйка! Эйнштейн физик, но он на него так похож, смотри, прическа, говорит. А можно мне что-то попробовать? Давай, иди! Иди! Можно? Да. Дариан, расскажи, пожалуйста, привет, как ты это делаешь? Ну тут уже, походу, все использовано, да? Ну да. Какие вещества ты соединил, чтобы получилась шляпа вот эта, например? Я добавил йодида калия. Все, я уже слово забыл, когда он сказал, я забыл. Так. Пузырьки воздуха в мыльном растворе расширяются, образуют пену. А жидкость, которая резко поменяла цвет, это что? Это египетская ночь. Уксус с перекисью водорода.
когда... Все нормально, бро, все нормально, давай. Когда теосульфат в растворе заканчивается, начинается образование йод с крахмалом, который является индикатором на йод, становится синим. Обалдеть. Вот что мы сейчас увидим. Спасибо, Дариан. Ладно, Дарианчик, давай, Петюню. Спасибо, ты мне принес какое-то количество денег нам, нашей команде. Ты крутой. Дариан очень крутой. Он химичит с 5 лет. Он участвовал в 11 олимпиадах за 3, 4, 5 и 7 класс. Хотя сам учится во втором. Потрясающе. Молодец. Артур, ты сломал стереотипы о всех тиктокерах. Ты слишком умный. Это везение, бро. Чуйка. Да-да-да, я направляюсь к матрешке, чтобы узнать, сколько же ты принес в команду звезд. 8000 рублей. Ну, нормально. Ну, не как Лариса Александровна, конечно, но неплохо. У команды звезд 48 тысяч рублей, а вот в банке вундеркиндов пока что пусто. Меня это расстраивает, но мы сейчас это исправим. Дариан, спасибо тебе огромное. Спасибо, что прилетел к нам показать свои уникальные способности. Лариса Александровна, передаю вам вход. Вы можете выбирать любого вундеркинда. Очень меня интересует мальчик в форме под номером 4. Эмиль Волков, город Ставрополь. Привет, Эмиль. Всем привет. Сколько тебе лет? Мне 11. Ты уже выглядишь как взрослый мужчина. Когда свадьба? Когда я найду невесту, ну и не раньше, чем лет через 15. Слушай, а девочкам нравятся мальчики в форме. Ты служил, Артур? Я нет. Откуда такая уверенность? Ну, просто все девушки от меня уходили к парням в форме. К полицейским, в смысле? Да, отжимали меня. Так, Эмиль, хорошо. Кем бы ты хотел стать? Космонавтом, да? Нет, я бы хотел стать детским врачом. Видно. Опять путают нас. Я предлагаю вам посмотреть на экран, равняясь смирно. И, внимание, категории, которые, возможно, принадлежат Эмилю. Итак, Эмиль знает все виды морских узлов. Может не дышать под водой 3 минуты. Вот. Играет на фортепиано не хуже Мацуева. Самый молодой капитан. Это было бы слишком легко, самый молодой капитан. Но с другой стороны, вы такие типа, а давайте их запутаем и оденем в очевидную форму. Эмиль, вполне может, да. Эмиль, скажи, пожалуйста, это же твоя форма? Да, это моя форма. Я учусь в президентском кадетском училище в городе Ставрополе. Это парадная форма. Ну, ты много не рассказывай, все. Лариса Александровна, что вам подсказывает ваша интуиция? Категории настолько разные. Логично так было бы, конечно, вариант D. А если он играет на фортепиано, может быть? Ты на чем-то играешь, Артур? На нервах. На нервах, на да, нервах. Да, Лариса Александровна, а вы на чем играете? Я закончила музыкальную школу как виолончелистка. Ну и немножко это... знаю фортепиано. Сложно. Так. И тем не менее, так, два варианта, А и Д. И Д. Знает все виды морских узлов и самый молодой капитан. Мне почему-то очень кажется, что он на фортепиано очень круто играет. Лариса Александровна, вы послушаете молодого тиктокера? Не конечно знаю, же даже. Нет, зачем нам это надо? Лучше свою интуицию послушать. Чуйка-то у Артура тоже есть. Ну что там, он один раз угадал на 8 тысяч рублей. Кумиры есть у тебя, Эмиль? Мой кумир – это мой отец. Вот так! Как-то меня интуиция, что-то она меня подзабыла. Если звезды проигрывают, деньги переходят в банк вундеркиндов. Ладно, все, да, вариант Д. Итак, выбор сделан. Лариса Александровна считает, что наш Эмиль самый молодой капитан. Ну что ж, правильно это или нет, мы узнаем сразу после рекламы. Роман Каграманов, подписывайтесь на меня. Реклама закончилась. Эй, начинается самое главное. Эмиль, покажи нам свой талант. Неужели фортепиано? Ты таки был прав.
бы тоже напечатал. 100%. Эмиль играет на фортепиано не хуже Мацуева. А я рада, что мы проиграли. Пусть детям. Тоже хорошо. Все детям. Эмиль, ну ты, конечно, молодец. Эмиль, сколько занимаешься? 6 лет. Нравится? Да. Что это было за произведение? Это был Чайковский, произведение «В деревне». Это правда, что ты разгоняешься до скорости 1000 нот в минуту? Я не могу играть вот целое произведение со скоростью 1000 нот в минуту. Мы засекли вот именно 4 такта, определенный кусок. Вот там я мог сыграть 1000 нот в минуту. А можешь показать сейчас эти 4 такта? Обалдеть. Да. Браво! Красавчик! Благодаря тебе, Артур Бабич, впервые в жизни услышал настоящую музыку. Я рада, правда, что проиграли. А прямо сейчас давайте узнаем, сколько денег отправляется в копилку нашего вундеркинда, потому что вы не выиграли. Какую же ставку Эмиль принес в банк? 2000 рублей. Талантливые дети благодаря нашему шоу еще и зарабатывают. Пока немного, но еще не вечер, все еще может измениться. Ну, если 2000 разделить на 10-рых под 200 рублей, ну, чайку можно сходить попить. Ну, наше шоу еще не закончилось, все может измениться. Эмиль, спасибо тебе огромное. Успехов, удачи. Спасибо. Эмиль к 11 годам все-таки знает 250 произведений. Браво. Да. Серьезно. Кстати, у Ларисы Долиной за ее карьеру насчитывается 23 студийных альбома. У Артура столько же альбомов со своими селфи на телефоне. Просто каждый занимается тем, что умеет делать лучше всего. Пришло время выбирать следующего вундеркинда. Артур, твой ход. Кого же выбрать? Чего вы все улыбаетесь? Я теперь всех хочу выбрать. Давай выберем парня под номером 7. У него сейчас такие же ушки, как у меня, красные. Аким, 9 лет. Из Краснодара. Станица как называется? Новотитровская. Новотитровская. Привет тебе. Привет. Я ж тоже краснодарский парень. Давай поболтаем. Скажи, пожалуйста, Уже все. Последнее тебя удивило? Как я поднялся на гору Аюдак в Крыму. Это серьезная история. Ну, меня удивило то, что я увидела Абсолюта. Кого? Абсолюта. Это что такое? Ну, блогеры не знают. Ты меня сейчас подколол, Дима, да? Так что это такое? Ты меня тоже, походу, ничего не понял. Это такой старичок, который приходит в Артек и проверяет, как все спят в тихом часу. А, типа домовой? Нет. А, это легенда. Живой человек? Такая. Да. Нас здесь трое, ты видишь, да? Да, вижу. Все. Здесь нету Абсолюта? Нет. Все. Абсолют в Крыму. Супер. Скажи, пожалуйста, если бы ты мог стать другим человеком, кем бы ты стал? Путиным. То есть ты хочешь быть президентом России? Да. Похвально. Ну давай, удачи. Давайте посмотрим, каким же талантом обладает наш Аким. Внимание на экран. Итак, Аким бесстрашно заклинает змей. Знает о животных больше Дроздова. Знает все о выживании в дикой природе. Прошел пешком от Краснодара до Москвы. Чё? Давай включай чуйку, Артур. Почти все связано с животными, кроме последнего. Как говорит молодежь, упс. Влипли. Влипли. Влип немножечко. Ну, посмотри на мальчика. Смотрю. Вглядись в его лицо. Да чё ты меня Он намекает. Вам жирафики не нравятся, нет? Жирафики? Да. Подсказка. А может быть и нет. Он обманывает. Сейчас мне больше всего пригляделся вариант А или вариант пусть будет Д. Прошел пешком от Краснодара до Москвы. Артур, сколько ты проходишь шагов в день? Смотря какой у меня день. Если такой тиктоковский, то немного. Скажи, а что значит тиктоковский день? Вы там в своем доме сидите? Ну да, сидим, снимаем. Вы вообще туда выходите? Скажи, если вас там держат в плену, моргни 2 раза. Все, я понял, спасибо. Лариса Александровна, а вы сколько в день можете пройти обычно шагов? Ну, вообще-то 2 раза в неделю я стою на беговую дорожку и прохожу 10-12 километров. Вау! А я просто... А ты просто встаешь на беговую дорожку и стоишь? Да, и стою.
тем временем нужно выбирать вариант. Да. Ларис, вариант D очень даже хорош. Либо вариант Б, либо вариант С. Думаю, угу. Все-таки с животными. А может быть, вот о выживании в дикой природе знает все. Он нас запутал, чтобы мы сказали, что он знает о животных больше Дроздова, да? С попробуем. Знает все о выживании в дикой природе. Пожалуйста, нажимай кнопку. Уверен? Ну, я не знаю. Мне почему-то вот показалось самое первое, это что он со змеями связан. Если это будет правда, я тут же из студии ухожу. Не надо. Я их боюсь так. Вы прям очень боитесь, да, их? Даже не представляешь, как. А давайте вот реально со змеями попробуем. Я ухожу из студии тогда. Я вас запрячу. Не пугай. Лариса Александровна, больше всего эмоций как раз-таки получится змей. Короче. Неужели? Извините меня, я думаю, вариант А. Выбор сделан, и Артур Бабич считает, что Аким бесстрашно заклинает змей. Могу сказать только одно. Аким, покажи нам свой талант. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Ну не думаю, что он возьмет сейчас и пойдет этот, до Краснодара. Просто так он и сделает. Краснодар он не пойдет, точно, да. Ну давай рассказывай, точнее показывай. Да! Господи, боже мой. Белый техасский полос. Относится к роду крысиных полосов. Да неужели? А почему он крысиный? Ну, он чаще всего... Питается крысами. Да. Такими, как ну, я. Крысунами. Это второе животное, которое я очень люблю. Я тоже. Еще одна. Это у нас королевская змея. Или черный мексиканский кинг-снейк. Ой, Артуру бы на шею подошла. Давай повесим. А, нет. Давай. Хочешь? Давай, конечно, давай. Да. Артур? Держи двумя руками. Господи, какой ужас. Нет, нет, нет. Итак, он Артур, обитает... стой там, не приходи сюда. Он обитает в Мексике. Ага. В его рацион входит... Тиктокеры. Нет. В его рацион входят грызуны, ну, я же яйца говорю, тиктокеры. И ядовитые змеи тоже. А она ядовитая? Она нет. Так что, Артур, можешь ее спокойно вот кусать. Может, возьмешь? Молодец. А теперь поставь себе памятник. А это у нас... Смотри, как она лезет. Синалойская молочная змея. Молочная? Почему молочная? Она пахнет молочком? Нет. На завтрак ее. Еще у нее такое же название — королевская змея. У нее очень яркий окрас. Видим. И этот окрас называется мимикрия. Для людей она абсолютно безобидная. Можете погладить, кто хочет. Артур, давай, иди гладь. Хорошенькая. Они у тебя дома живут? Одна живет. Какая? Такая же. Аким, скажи, пожалуйста, как давно ты увлекся змеями? С 3 лет и увлекся змеями. Ну, Артур, пожалуйста, положи на место. Белая очень красивая, прям вообще. Да? Ну, если ты хорошо поговоришь с Акимом, он тебе ее подарит. Не-не-не-не-не. Вы отгадали, я вам хочу сказать. Мы отгадали, Петюню. Аким действительно заклинатель змей. Они его очень сильно любят, а он любит их. Аким, скажи, пожалуйста. Какой ты смелый и бесстрашный. Как тебе в голову пришло? Ты вот сидел такой, ох, блин, сейчас бы змею завести, да? После 2 мультфильмов потом все это началось. То есть, если я Машу Медведя несколько раз посмотрю, то я заведу дома медведя, да? Либо Машу. Либо Машу. Ну, Маша, наверное, уже есть. Хорошо, что ты никогда не видел мультфильмы, а я направляюсь к матрешке под номером 7, чтобы узнать ставку... Аким, сколько денег? ...которую Артур Бабич принес в команду звезд. $60,000 Yeah! 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 Как тебе Таким это? Образом, в команде звезд $108,000 Слушай, дело в команде вундеркиндов $2,000 Тоже нормально. Не густо, конечно. Слушайте, впереди еще очень много вундеркиндов и супер игра. А можно попросить унести? Аким, спасибо тебе большое. Аким еще лауреат конкурсов по эстрадному вокалу и постоянный участник турнира по шахматам. Ого. Вот такой разносторонний парень у нас, друзья. Слушай, а знаешь, почему он шахматы выигрывает? Потому что все со змеями приходят и все убегают. Это правда. Мы продолжаем, и ход переходит Ларисе Александровне. Лариса Александровна, ну что? Что-то мальчишки, дайте девчонку какую-нибудь выберем. Да. Номер 5. Как у Пеппы длинный чулок, у нее косички такие смешные. Угу. Милана Волобуева, 7 лет. Город Химки, соседка, привет!
Милан, как настроение? Отлично. Супер. Ты подкладывала зубной феи зубы под подушку когда-нибудь? Да. Ага, и как? Была денежка бумажная. Вот как. Ого. Артур, а ты до сих пор делаешь так? До сих пор. Не получилось. Не получилось. Угу. Отлично. А что ты купила на заработанные деньги? Для кукол, двух мужчин и мебель. Одного бы не хватило. Супер. Я предлагаю посмотреть варианты талантов, которые, возможно, относятся к нашей Милане. Так, внимание на экран. Милана. Продолжатель цирковой династии. Актриса мюзикла. Играет Пеппи Длинный Чулок. Бьет рекорды по прыжкам со скакалкой. Может завязать ноги узлом. Лариса Александровна, как вы видите, они у нее длинные. Очень длинные. Кстати, очень интересные варианты, очень интересные. Лариса Александровна, что говорит ваша интуиция? Если она говорит, что надо выгнать Бабича, мы сейчас это сделаем. Нет, он хорош. Понял! Продолжитель цирковой династии, это то есть у нее... Вся семья работает в цирке. Дома тигры ходят, да, слон. Вот у тебя будет династия тиктокеров. Маленькие бабичи будут по дому бегать и снимать тиктоки. Рано. А знаешь, что такое запашной? Запашной, да. Запашный. Запашный. Их вообще двое. Запашные. Был еще и третий папа. Артур, ты еще выучишь и запашного, и запашного, и... А можно на маму посмотреть? Лариса Александровна. Представляешь, у них взгляды сейчас друг на друга. Мам, что делать? Я точно не знаю. Там, кстати, бабушка сидит. Здоровская. Может быть, может завязать ноги узлом. Мне так угрожали в детстве, кстати. Все три варианта А, С, Д, они связаны как раз-таки вот что-то с цирком. Логично. Может логично, быть, да. Такое, да. Но у меня почему-то еще вот какая-то мысль по поводу актрисы мюзикла. Я думаю, это А. Хорошо, что выбирать не тебе, да. А Ларисе Александровне. С каждым разом все сложнее. Вариант Б. Бам! Итак, Лариса Александровна Долина считает, что Милана – актриса мюзикла. Выбор сделан, выбора больше не изменить. Миланочка, покажи, пожалуйста, нам свой талант. Хорошо. Мне казалось, Лариса сейчас пробьет чисто. Ну, что там? Так, это что значит? Пока непонятно. Пока непонятно. Пока непонятно. А вам понятно? Пока непонятно. Ну, точно я проиграла, потому что микрофона в руке нет. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Ты ж ты моя лавушка, ла-ла-ла. А, скакалка! А у нее скакалка! Скакалка! Вы догадались, Милана бьет рекорды по прыжкам со скакалкой. Догадались, и сейчас да? Мы увидим, как Милана обновит свой личный рекорд. В прошлом году за минуту она сделала 110 двойных прыжков. И этот рекорд официально занесен в Книгу рекордов России. Посмотрим, сколько у нее получится прыгнуть сегодня. Жги! Готовы считать? Считать. Прыжки. И раз, два, три, четыре, о, пять, шесть, семь, тут... восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Дали 8! Новый рекорд 121 прыжок за одну минуту. Эта девочка никогда не растолстеет. Это правда. Милана, ты бомба! Ты взрывчатка! Ой, как рада, что деньги тебе уйдут!
не только Милане, а всей команде вундеркиндов я отправляюсь, чтобы узнать ставку, которая скрыта в матрешке. Благодаря нашему шоу талантливые дети еще и зарабатывают. Милана принесла в команду вундеркиндов 10 тысяч рублей. Таким образом, общий счет в команде звезд 108 тысяч рублей, в команде вундеркиндов 12 тысяч рублей, но мы только на экваторе. Милана, браво! Спасибо тебе большое! Красотка! Вундеркинды, мы отыграемся? Да! Вот так. Артур, твой ход. Пожалуйста, выбирай. Я знаком с Николаем Басковым, и я знаю, у него почти такой же Лариса золотой Александровна... пиджачок. А, ты узнал пиджак? Да, и мне кажется, это такой молодой Басков, что он вот так делает. Ой, грязно сделал это, да? То есть ты думаешь, что Николай Басков именно так и делает? Короче, ты выбираешь номер два. Да, я выбираю номер два, спасибо. Лариса Александровна сделала вид, что не услышала, как поет Артур Бабич. Но мы услышали, кого он выбрал, и это Дэнни. 11 лет. Привет, Дэнни. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, откуда ты к нам приехал? С Актау. Актау. Казахстан. Дэнни, скажи, пожалуйста, чего ты больше всего ждешь в жизни? Я хочу электронный самокат и собаку хочу себе. Какую собаку ты хочешь? Не знаю, лабрадора, наверное. Лабрадора. А почему родители не разрешают? Не знаю пока. Мы с ними поговорим. О чем бы ты писал музыку, если бы ты писал музыку? Я бы, наверное, писал о маме, потому что она мой герой. Вот так. Кто же он, наш Дэнни? Внимание на экран. Танцует лезгинку «Шо горы трясутся». Делает конные трюки, как настоящий джигит. Поет на корейском в бойс-бенде. Тот еще кей-поп. Может съесть за минуту 10 ложек васаби и не заплакать. Вот такие варианты, Артур. Сразу предположил, что этот человек, парень, может быть связан... С вокалом. С вокалом. Хотя Николай Басков на корейском в бойс-бенде не поет. А я пою. А вы поете, да? Я была в Северной Корее. Лариса Александровна. И ну пела там песню на чистейшем причем корейском. Ну спойте нам, пожалуйста. Ой, я не помню, это было много лет назад. У меня вариант один, вариант С. Поет на корейском в бойс-бенде. Лариса Александровна чувствует все-таки такое, наверное. Такое, да. Давайте не будем затягивать. Давайте. И если я проиграю, я вообще ни капельки не расстроюсь. Потому что хочу услышать, как он поет. Я хочу, чтобы он заработал денег и купил себе самокат. Да. А если не заработаешь, я тебе его куплю, бро. Супер! Очень рискованно говорить такие вещи на телевизионных каналах. Поэтому ты в любом случае купишь ребенку самокат. Все. Ура! Мы развели тиктокера на самокат! Да! Ну что, ты прям уверен, что Дэнни поет на корейском в бойс-бенде? Да, вариант С. Нажимай кнопку и называй. Артур Бабич считает, что наш Дэнни поет на корейском в бойс-бенде. Дэнни, покажи нам свой талант. Что, лезгинка будет? Петь будет. Очень харизматичный парень. Да, вообще. Вообще, наверное, лезгинка будет. Пошел! Боже, какой харизматичный парень. Обалдеть. На носочках, посмотри. Блин, вообще круто. Вау! Он прям вообще лицом как делает. Вообще. А, хорош. О! Молодец, красава, блин. Это такое, таким не жалко проиграть вообще. Нет, нет. Сколько ты занимаешься этим? 7 лет. 7 лет. Он, наверное, домой заходит вот так сразу, да? Эй, мама!
можно мне поесть, да? Вы поняли, что вы не заметили его сапоги прям да, с самого начала? Да, я не увидела. Если бы я увидела, я сразу сказала про лесбиянку. Не, я просто, я их увидел, но я подумал, что это типа отвлекающий маневр. Детали. Нужно обращать внимание на детали. Дэнни, ты такой крутой. Мы не могли стоять. Ну ты развел нас. Спокойно. Так хотелось спуститься в пляс, поэтому мы с Артуром сейчас танцуем вместе с тобой. Пошли. Слушай, если бы мы победу праздновали, можно было бы потанцевать вместе. Поражение тоже можно вместе танцевать. Чё тебе научить? Так, Лариса Александровна. Смотри. Вы нас оцениваете. Пошла жара. Мы, конечно, не такие крутые, как Дэнни, но мы старались. Ты, конечно, Дэнни, красавчик. И я иду к твоей матрешке, чтобы посмотреть, какую же ставку ты принес команде вундеркиндов. Кажется, только денег, что всем самокаты сейчас купим. Но смотри, ты обещал. Я обещал. Дэнни принес в команду вундеркиндов 20 тысяч рублей. Итого. В команде вундеркиндов 32 тысячи рублей. У звезд пока что 108. Но мы вас погоняем. Мы будем стараться, да. Дэнни, обладатель 6 гран-при российских танцевальных конкурсов. Обалдеть. Очень здорово. Спасибо тебе большое. Все. Браво. Ай, ай, ай. Ход переходит Ларисе Александровне. Ну что? Пожалуй, номер 10. А почему бы и нет? Это Елизавета Борисова. 10 лет. Город Екатеринбург. Привет! Давай с тобой пообщаемся. Скажи, пожалуйста, какой любимый предмет у тебя в школе? Русский. Какой нелюбимый? Физра. Чё? Физра нелюбимый? Разделяю с тобой это недовольство. У Артура-то любимая физра, он только на нее ходит до сих пор. Лиза, скажи, пожалуйста, в какой стране ты мечтаешь побывать? Япония. Я тоже хочу туда учиться. Ты даже не думаешь, отвечаешь моментально. А кто-то здесь был из нас, всех присутствующих в Японии? Лариса Александровна. И как? Удивительная страна. Я полечу тоже, значит. Скажи, пожалуйста, Лиза, если бы у тебя машина времени была, ты бы полетела в прошлое или в будущее? В будущее, чтобы узнать ответы на ОГЭ. Вот оно чего! Ну что же, мне кажется, были подсказки. Давайте попробуем угадать, какие таланты есть у нашей хитренькой Лизы. Внимание на экран. Елизавета сочиняет стихи на английском. Создает уникальные цифровые картины. Ого! Занимается дизайном одежды с 6 лет. Самый молодой тату-мастер России. Вау. Лариса Александровна, ваши мысли. Это, конечно, вариантик. Вариант, мне кажется. Занимается дизайном одежды с 6 лет. Угу. А почему вы так думаете? Почему? А потому что одежду вижу. Со вкусом у девочки все в порядке. Принт у нее прекрасный. Да. А поешь? Раньше ходила на вокал. Но здесь нет такой как категории. Мне кажется, вариант С. Лариса Александровна, если вы готовы нажать на эту прекрасную кнопку «Сделать выбор», я да не Да пусть смею. Выигрывает, пусть все деньги достанутся детям. Занимается дизайном одежды с 6 лет, считает Лариса Александровна. Ну что ж, а как мы это Лиза, узнаем? Покажи нам свой талант, сейчас мы это и узнаем. Так. Нет, не выгадали. Цифровые картины, да? Насколько я знаю, одежду сначала изображают на картинах. Сначала рисунка. Да, а если она принесла не саму одежду, а вот нарисовала. Называется эскиз, Артур. Бро, ну отстань. Не, мне кажется, это одежда все-таки. Давайте не отчаиваться. Что-то есть, да. Картины все-таки рисуют. Все-таки картины, да. Эту и на ту. Чего? На ту себе тату. На эту нет! И на ту. На ту себе тату. Нет! На эту и на ту. Обалдеть! На ту. На эту и на ту. На эту и на ту. Вот это разрывная! Тату. Офигеть! Четырех лет бьет тату. Тату. Офигеть! У меня мурашки по коже. Я вообще не понял его.
на эту и на ту, на эту и на ту. Я в ауте. Слушай, к такому мастеру я бы сходил. Я тоже. Я в ауте. А это папа Лизы. Можно посмотреть? Это вам набивали, да? Обалдеть! Вот. Это первая. Это картина. Это первая, да, татуировка? Да. Это в 4 года, я так понял? В 6. Вы круто. Так похожи. Обалдеть. Как будто папа с дочкой. Очень круто. Лиза, ты произвела фурор. Так, Лиза, скажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришла? Ну, мне папа предложил, хочешь там Симбу мне нарисовать. Вот. Папа прогрессивный какой. Батя, да, батя лайк чисто. Революционер просто. Я бы никогда в жизни не подумал. А вы не боялись, что не получится? И будет как вот у меня, например. Нет, она с года рисует. На обоих. И на обоих тоже. Спасибо вам огромное, у вас супер дочь. Спасибо. Я хочу направиться к прекрасной матрешке, чтобы узнать, сколько же Лиза принесла в банк наших вундеркиндов. Я напоминаю, что если вундеркинды выигрывают, то деньги переходят в банк вундеркиндов. Соответственно, благодаря нашему шоу талантливые дети еще и зарабатывают. 50 тысяч рублей. Хорошо. Таким образом, в банке вундеркиндов 82 тысячи рублей и 108 тысяч рублей у звезд. До сих пор. Но все может измениться. Лиза, спасибо тебе большое. Под эти аплодисменты мы провожаем тебя. Она очень красивая девочка. Это правда. Это же надо. Я говорил, обращайте внимание на детали. Лиза была в футболке с принтом. Этот принт ее исквижу плохо. А, нифига. Вот такие вот приколы. Невнимательный ты, Артур. Теперь ход переходит к Артуру. Давайте вот мальчика выберем. Номер один. Ярослав Симонов, 10 лет. Привет, Ярослав. Давай Привет. Пообщаемся. Скажи, пожалуйста, кем бы ты хотел стать? Инженером-строителем. Вот оно что. А чем занимаются инженеры-строители? Проектируют чертежи на дома. А каким ты будешь родителем? Хорошим, богатым. Да. Давайте посмотрим, какие есть варианты талантов, которые, возможно, принадлежат нашему Ярославу. Ярослав музицирует на баяне ножками. Чего? Это что? Может сыграть что угодно ложками. Стишки пошли. Увлекается матрешками. И жонглирует кошками. Да. И даже собрал большую коллекцию. Четвертый вариант. Ржачно пародирует звезд. Ну что, Артур? Бам! Пожалуйста, ваши предположения обсуждайте и слушайте свою интуицию. Мне кажется, он очень харизматичный, и сразу почему-то кинулось то, что он ржачно пародирует звезд. Угу. А ты умеешь пародировать звезд? Я не умею. Просто я могу некоторых пародировать. Например? Ну, Шер могу. Do you believe in love after love? Ух Или ты. Или Шакиру. Ларисочка, а что вы скажете? Браво! Лариса Александровна скажет, что я молодец. А я могу, я могу пародировать то, что я не умею петь. Давай. Спасибо, все, хватит, закрыли тему. Итак, ты считаешь, что Ярослав, возможно, ржачно пародирует звезд? Да, но что-то он, когда с нами общается, он какой-то скованный мальчик. Путает нас, путает. Путает, может быть, да. А вы как думаете? Что отвечаем? Коллекционирует матрешек. Вот не думаю. Да? Это все-таки девичья такая история. Ярослав, скажи, пожалуйста, а с какого ты города? С Великих Лук. Бывала там. Да что тут думать, а? Ну? Или А, или Б, мне кажется так. То есть думаете... На баяне как... ножками. Не, ну решать связан, да? Тебе, конечно. С музыкой, думаете, связано, да? Ржачно пародирует звезд, это тоже музыка, в общем. Как вариант. Ты ориентируйся на свою интуицию. Я думаю, над вариантом Б. Давайте ответим так. Пусть а будет. Может и нет, подожди. Я просто вот подумал, ржачно пародирует звезд. Если бы мы начали общаться, я бы сразу увидел в его глазах проблеск. А, да? Да. Я напоминаю, что наши вундеркинды могут запутывать и могут сбивать. Не, давай Б. Я бы стоп. Вариант Б. Может сыграть что угодно ложками. Ярослав, покажи нам свой талант. Давай, Ярик, жги! Баяны. Баян! Опа-ла, опа-ла! Тюны
Ярослав Смирнов может сыграть ложками все, что угодно. Он в любую кафешку приходит уже со своими, да? Ярик, ну ты, конечно, мощный. Нет, это было красиво. А можно я постучу? Будешь первый тиктокер-ложечник. Это не так легко, как кажется. Ты красавчик. Артур Бабич. Красавцы. Рекламирует столовые приборы. Развели нас, развели. Я хочу отправиться к матрешке номер один, чтобы узнать, сколько вы принесли в свой банк. $70 000. Да что вы аплодируете, мы проигрываем. Итак, у звезд 178 000 рублей, а в банке вундеркиндов 82 000 рублей. Yes. Ярослав, спасибо тебе большое. Ярик, ты лучший! И аплодисменты тебе. Ярослав занимается робототехникой, сооружает разные полезные приборы. Обалдеть. Вот такой вот у нас вундеркинд. Обалдеть! Ну какие что? Детки, да, а? Да, Лариса Александровна, и на этой прекрасной ноте хочу передать вам право выбора. Номер 8. Вот так быстро. Бутан Диана, 12 лет. Привет, ты прекрасно выглядишь, как греческая богиня. Нимфа. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, откуда ты? Из станицы Отрадной Краснодарского края. Моя! Все мои! Диана, что обычно ешь на завтрак? Бутерброд с колбасой и блинчики со сгущенкой. Готовлю сама. Ой, как хорошо. Какое бы ты создала изобретение? Я бы изобрела всем по волшебной палочке, чтобы она выполняла все заветные желания. Прекрасно, спасибо большое. Пожалуйста. Я хочу категории посмотреть. Категории? Да пожалуйста, Диана. Виртуозно играет на лире. Судя по платью, танцует вполне может быть. Танцует сиртаки лучше греков. Выучила язык эльфов. Стреляет из лука ногами. О, Лариса Александровна, ваше предположение. Сложно, понимаю. Мамочка. Я обсудим. Склоняюсь к двум вариантам. Сейчас из них буду выбирать. Давайте. А и Б. Виртуозно играет на лире, либо танцует сиртаки лучше греков. Объясните, пожалуйста, почему такая логика? Во-первых, платье греческое. Так. Это тоже может сбить с толку. Мне почему-то кажется, что она стреляет из лука. Да? Ногами. Почему-то. Сейчас она такая... И вот так. Ага. Ого. Как в таком платье стрелять, Артур? Сложно. Ну, нужно делать выбор в этой жизни. Слишком у меня талантливый вундеркинд, понимаю. Тяжело выбирать. Диана, беги. Ладно, все, выбираю вариант А. Итак, Лариса Александровна Долина считает, что наша Диана виртуозно играет на лире. Так это или нет? Сейчас узнаем. Диана, покажи нам свой талант. Сиртаки. Сиртаки? Это сиртаки. Самый настоящий. Лук! Вау! Вот это я понимаю! Я же говорил, она вот так сейчас будет! Обалдеть! Офигеть! Повязка на глазах. Блин, а я хочу посмотреть, куда она попадет. Тебя, Артур. Нет, ладно, я уже пожил, хватит. Я в шоке, нет. Мама, обалдеть! Да, мама, как она это... Подожди, смотри! Браво! Вообще! Просто вау! Диана стреляет из
лука ногами. Настоящая амазонка, настоящая принцесса Диана. Красотка. Рекордсменка книги рекордов России и книги рекордов Европе. По стрельбе из лука ногами с закрытыми глазами. Умница. Диана, ну ты, конечно, произвела фурор. Я отправляюсь к матрешке, чтобы узнать ставку, которую наша принцесса Диана, наша амазонка, принесла в команду вундеркиндов. $30,000. Yeah! Таким образом, общий счет у команды звезд 178,000 рублей. В банке вундеркиндов 112,000 рублей. Приближаемся. Диана, спасибо большое. Браво. Гениальная. Вот так. Ушла, хорошо. Красиво ушла. Красиво. Красиво. Наконец-то мы услышали, как твоя прекрасная Лариса Александровна Долина. Хотим еще, но надо выбирать вундеркинда. Артур Бабич. Предоставляю вам право выбора. Ром, смотри, что выбираем мы с Ларисой постоянно. Почему? Давай выберешь ты. А я хочу выбрать номер 3. Давай. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Эдуахина Эмили Сейдуа. Вот. Ух ты. Можно тебя просто называть Эмили? Да. Спасибо большое. Да. Эмили, откуда ты к нам приехала? Я приехала из Новосибирска. Откуда у тебя необычное имя? Ну, сначала мама меня хотела назвать Тиффани, но ей друзья предложили Эмили, и ее это имя очаровало. Вот так. А чего тебе не хватает в твои 10 лет? Не хватает свободного времени и собачки. Моя девочка. Собачку? Какой мама собачки? Мама не покупает собачку. Я думаю, что после нашей программы бабич купит. Он у нас тут всем все покупает. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какие таланты могут быть у Эмили. Танцует диско, как Джон Траволта. Ого, это возможно, кстати. Поет джаз, как Эми Вайнхаус. Вау. Снимает вайны смешнее, как Романова. Да, такое бывает. Читает рэп круче Канье Уэста. Давайте рассуждать. Я думаю, что она или танцует диско, как Джон Траволта, или поет... Но не знает, кто это, да? Да, может быть. Или поет джаз, как Эми Вайнхаус. Но я не думаю, что снимает вайны смешнее, как Романова. Кто Почему может нет? лучше снимать? Подхалим. Но ты же здесь number one. Нет, это правда. Больше никто вайны в 2021 году не снимает. Уже все поняли, какая что это... Какая ты зараза. Старая. Вот первая авто... Танцует диско, как Джон Траволта. Вполне возможно. Хотя у меня тоже вот либо А, либо Б. Артур, у тебя хорошая чуйка. Выбирай. Да, выбирай. Я не знаю, вот когда так сказали, мне страшно стало. Ладно, я очень хочу, чтобы сегодня нас покорили именно своим волшебным каким-то голосом. Почему она рэп не может читать? Не знаю. Вполне может. Вполне конечно. Может. Посмотри, она какой все образ. Может. Читает рэп, как Аня, ты нажимаешь. Александра, как вы думаете, вы скажете, а я нажму? Нет! Хитренький какой! Да ну блин! Скажите цифру от 1 до 4. 2. 2. Вариант Б. Поет джаз, как Эми Вайнхаус. Так это или нет, сейчас и узнаем. Эмили, покажи нам свой талант, пожалуйста. Легко и просто. Мама. Ну? Поет. Поет, по-любому, ну поет. Хотя сейчас нас опять могут обмануть, а она сейчас как могут, затанцует. Как затанцует Или диско. Как начнет вайны снимать сейчас. Диско. Да? Танцует? Танцует. Казалось, неудача улыбнулась. Прости, фиотик, стать одной. Как же качнулась и ужаснулась. О, маленькая цена. А утром слышу, мама, послушай. Иду же снова, мама. Я кушаю, и даже среди ночи. Что с ночи? Мама, послушай, на каждой встрече, мама, я кушаю, и даже среди ночи, что с ночи, я скажу с ума. Вау! Красотка! Браво! Очень
очень круто, очень круто. Эмили, ты произвела фурор. Красотка. И ты поешь, как Эми Вайнхаус. А кто твои любимые исполнители вообще? Вы. Лариса Александровна, ну, как вы скажете... Вокальный надо развивать, да, надо заниматься вокалом, прям вот надо. Но потенциал есть. Есть, безусловно. Пойду смотреть, какую же ставку Артур принес в банк звезд. 10 из 10. 10 тысяч рублей. Таким образом, общий счет в банке вундеркиндов 112 тысяч рублей, а в банке звезд 188 тысяч рублей. Но это ничего не значит. По итогу 10 раундов звезды, конечно, впереди. Но все еще может измениться. Вы готовы? Да. Да. Вундеркинды, вернитесь все на свои места. Мы начинаем суперигру. Прежде чем начать суперигру, я расскажу вам правила. Смотрите, в суперигре есть только один вопрос, который касается сразу всех наших детей. Вы либо можете удвоить свой выигрыш, либо потерять все. Отказаться и забрать деньги нельзя. А еще нет никаких категорий ставок. Наши прекрасные вундеркинды уже выиграли 112 тысяч рублей, и они остаются им. Но самое главное, что в случае вашего выигрыша все ваши деньги уйдут на благотворительность. Классно же? Конечно. Супер. Вы тоже можете последовать их примеру, перечислив деньги в один из известных вам фондов. Один вопрос, и только он определит, кто же победит в этой игре. Звезды или вундеркинды? Готовы? Yes. У кого мама из вундеркиндов зеленый пояс по тэквондо? Лариса Александровна, мы можем уйти, я знаю выход. Прямо сейчас. Я вообще без понятия. Ваша интуиция, думаю, вас не подведет. Давайте мы сразу деньги отдадим детям и все. Нет, ну подождите, интуиция была супер у вас сегодня. Вот знаете, кто мне сразу приглянулся, почему? Кто? Девочка, которая стреляет из лука. У Дианы, по твоему мнению, зеленый пояс по тэквондо? Мне кажется. Зеленый пояс – это владение базовой и спарринговой техниками, знание теории и физическая подготовка 5-го уровня. Лариса Александровна, вы что думаете? Ничего я не думаю. Понятия не имею. Вот суперигра на той суперигра, там у нас один ребенок и 4 варианта ответа, тут один вариант ответа. И 10 детей, так и есть. Вот это я понимаю. Ты умный, оказывается, у нас все-таки. Не знаю, номер 4. Эмиль Волков. Эмиль все только посмотрел. Я? По вашему мнению, Эмиль Волков из Ставрополя может обладать зеленым поясом по тэквондо? Думаю, что 8. Не знаю. Интуиция. Да. У вас есть два варианта, но вы должны договориться об одном варианте. Я очень думаю, что это девочка, но прям мне кажется. Оставляем тогда твой вариант. А вы не будете обижаться, если я проиграю? Нет, конечно, о чем ты? Если я проиграю, я вообще не обижусь. Да, конечно, ты купишь нашей Эмили собаку, ты купишь самокат. Можешь кому-то дом купить? Нет. Они вообще уедут с самокатами, собаками отсюда. Послушай, для этого нужно угадать правильный ответ, понимаешь? Брось, сейчас угадаем. Ты готов? 8. Давайте вместе нажмем. Раз, два, три. Лариса Александровна Долина и Артур Бабич считают, что Диана Бутан – обладательница зеленого пояса по тэквондо. Давайте узнаем, смогла ли сегодня победить взрослая интуиция, или все же наши вундеркинды были сильнее. Сейчас мы с вами узнаем правильный ответ. Страшно. Страшно, конечно. Обладатель зеленого пояса по тэквондо – это... Давай. Милана Волобуева, 7 лет. Номер 5. Я вообще не подумал бы, а. К сожалению для Ларисы и Артура и к счастью для наших детей. Все деньги сегодня отправляются в Вундеркиндом. Это значит, что молочные коктейли будут сегодня литься рекой, а даже если слипнется,
Элитные врачи всегда помогут. Шоу «Вундеркинды». До встречи через неделю на пятнице. И помните, великими не рождаются, великими становятся, например, как я, Роман Каграманов. Пока! Я хочу, чтобы он заработал денег и купил себе самокат. А если не заработаешь, я тебе его куплю. Когда вы в Казахстан прилетите, он выберет самокат, я скину, и вы мне потом фотку или видос пришлете, что он купил. Все, договорились? Все, малой, давай, ты очень крутой. Очень крутой, у тебя все получится, бро.